Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем играть в детективов в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет, и суть данной рубрики заключается в том, что мы будем играть роль, как уже Эдисон сказал, детективов и подозреваемых на картах, которые мы построили друг для друга. Да, ребята, вся суть рубрики будет заключаться в импровизации. Какая у нас будет роль, мы не знаем. Мы подготовим ее друг для друга и узнаем, что мы будем делать на наших же картах. Ребята, давайте не будем просто в это вникаться, узнаете чуть позже, когда мы уже пойдем это все проходить. Поэтому, Жека... И, ребята, не забудьте поставить лайки за новую рубрику, мы очень старались. Если вам понравится, то будем снимать еще. Да, чем больше лайков, тем больше серий. Давай, Жека, пойдем показывать. Все, давай, 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 пока. Ну что, ребята, как мы уже сказали, это новая рубрика. Она немного сложная, ее сложно объяснить. Но давайте я быстренько вам объясню. Я построил для Жеки карту. Жека придет сюда, и эта карта станет его. Я ему придумаю роль. То есть он не знает, что тут на этой карте. Но по сюжету он будет владельцем этого дома. А роль у него, знаете какая? Роль бомжа. А в этом доме, допустим, у него будет много бабла, много денег, вот тачка, Феррари у него. И я буду задавать ему вопрос. Жека, если ты бомж, роль бомжа. Если ты бомж, то откуда у тебя Феррари, откуда у тебя охрана, откуда у тебя там куча бабла? И суть рубрики заключается в том, чтобы он смог оправдаться. Я буду полицейским, и в конце вы мне, ребята, поможете и скажете, поверили ли вы Жеке то, что он реально смог оправдаться, то, что он бомж, это не его дом, или все же мы его спалим и засадим в тюрягу. Ребят, я не знаю, посмотрим. Надеюсь, что вы поняли, в чем заключается рубрика. Рубрика просто построена на импровизации. Жека не знает, что тут будет. Я даже сам не знаю, что я его буду спрашивать. Поэтому, ребята, сейчас вы все узнаете. Давайте меньше слов, на деле все вы поймете. Да. Ну шо? Ох, Эдисон, это будет сложно, но я надеюсь, что у нас получится. Ребята, это всего лишь первая серия, поэтому не действительно строго. Мы сами пока не знаем, что с этого выйдет. Я, если честно, очень хреново Жека объяснил, что там такое, поэтому, ребята, сейчас вы все поймете, как это будет. Давай, Жека, пошли на твою карту. Эдисон, не снимай свою одежду, потому что мне не нравится, что ты какой-то полицейский. Ну, Жека, я так голенький, у меня скин не поменялся. В общем, Эдисон, заходи в дом, но пока никуда не иди и жди меня. Хорошо. Так, это типа мой дом, да, Жека? Это мой дом. Да, это типа твой дом. Хорошо, я жду. Это типа твой домик такой, да. В общем, Эдисон, знаете, я хотел сказать кое-что. Ну. Ты сегодня у нас будешь видеоблогером. Тебе никого не придется играть, потому что ты и так видеоблогер. То есть моя роль играть самого себя, да? Типа я Эдисон, да? Хорошо. Я просто... Можешь не Эдисон, можешь как бы играть кого хочешь. Можешь играть Николая Соболева. Николай, хорошо. Все. Собственно, хорошо. Я готов, Жек, я готов. Давай. Ну ладно, давай. Кто там? Полиция пришла. Мне сообщили, что вы тут чем-то непонятным занимались. У меня там надо срочно зайти. В смысле? Я выломал дверь. Здравствуйте. А чё стреляли, полицейский? Чё стрелять сразу, а? Потому что у меня есть на это полномочия. Ордер показать? Показать вам ордер? Да покажите ордер, я вам не верю. Сейчас я вам покажу ордер. Нет, он у меня завалялся, в общем, в машине оставил, неважно. Хорошо. В общем, мне тут сообщили, что вы какие-то странные вещи вытворяете. Не-не-не, я просто видосы записываю целыми днями, и все. Ничего тут нет. Да, точно, ну тогда я, пожалуй, осмотрю вашу карту. Да, осматривайте, я законопослушный гражданин. Да, хорошо. Так, в сундучках вроде у вас пока ничего нет, но вы все-таки это подозрительно выглядите. А чем вы сейчас занимаетесь? Ну-ка рассказывайте, чем вы занимаетесь. Николай Соболев, знаете такого? Видосы снимаю, там влоги всякие, там. Да, влоги. А почему у вас коты бегают по дому? Потому что я котов люблю с самого детства. Вот папа мне в 5 годиков кота подарил, вот до сих пор живой, смотри, бегает. Что ж это какой-то подозрительный тип, подозрительный очень. Почему подозрительный? Видеоблогеры с котами, ну ладно. Что это у вас такое, рассказывайте? Что за бред? Что это? Что это такое? Что за канал-промыватель? Это для чего нужно? Ну-ка объясняйте. Что это такое? Канал, вот каналы в телевизоре, смотри, можно переключать каналы. А почему он какой как-то странно выглядит? Я таким не умею переключать. В смысле? Пульт просто. Ну вот посмотрите, как-то он все равно работает. Как он работает? А ну покажите, как он работает. Канал, ну как пульт, только не вот так, дистанционного управления. Нужно подойти вот так, хренак, ну смотри, переключает. Опа! Все работает! Начальник, все в порядке! А что-то я могу и так и рукой переключать, зачем мне вот этот канал-промыватель?
В смысле, зачем? Ну, просто телевизор грязный, знаете, я не убираю. Ладно, ладно, вообще, ну, хорошо. Ну, это же какой-то очень-очень подозрительный. Да, нет, все, все, начальник, все нормально, все нормально. Вот коты бегают. Кажется, это уже второй кот. Почему у вас два кота? Потому что я котолюб. Котолюб? Ну, хорошо. А это что у вас такое? Что это такое у вас? Это подвал. Я там идеи храню для новых роликов. А, ну, показывайте, показывайте. Я не верю, я в это не верю, показывайте, где ключ. А, начальник, начальник, я голый. Куда я мог ключ запихнуть? Куда я его могу запихнуть, да начальник? Да не, вот в одежде, нормальной одежде. Так, ладно, пойдемте дальше. Так, так это вы что такое? Так. Для чего это вам? Что это такая? Что ну, это в смысле, такое? Вот кухня моя, смотрите, вот тут я посуду мою, убираюсь. Вот, в смысле, да, 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 да. Ага, а что это, вы книги, да, любите? Да, книги? Да, Николай Собор. Ну, да. Я посмотрю, да, вы не против? Да, конечно, конечно, смотрите, если, начальник. Если вы там любите читать там, да? Ничего там подозрительного да, нет. А, так, книги. Книги, да, что, да. Что это такое? Война и мир там, да. Сексуальные животные, что это значит? Ну, это что, зачем вам такое читаете? Сексуальные животные. Ну. А, да. То есть понятно. Не-не-не-не-не-не. И читаете про то, как я. Понятно. То есть вы у нас зоофил. Нет! Не-не-не, начальник. Можете сразу собирать свои вещи, можем ехать по тебе. Начальник, выслушайте меня, начальник. А, я понял, начальник, вы просто животных не любите, да? Вы не считаете, что кошки сексуальные животные? Вот смотри. А? Ну, как бы... Да, красивые, начальник! Да? Да? Ну, ладно, ладно. Хорошо, допустим, это нормально. Допустим. Да, это нормально, начальник, все в порядке. Я все равно в протоколе все запишу, как бы вы не переживайте. Так. Ну, только не зоофил, ну. То есть вы еще американский агент? Вы шпион, да? В смысле? Ну, то есть вы везде американский флаг, вы, кажется, шпион. Не-не, начальник, все не так. Просто мечтаю в Америку поехать, знаете, таком... И вот это, Вася, ай, ну, да, там... Ну понятно, то есть вы американский шпион, да? Не-не-не, просто хочу в Америку поехать, на Трампа посмотреть, и все. А, да, то есть они вот оружие, да, вы храните в этих ящиках, да? Какие оружия? То есть незаконное хранение оружия, да? Это не оружие, просто ящики тут стоят и все. Какое оружие? А, нет оружия! А это что у вас наверху? Ну посмотрите, что это такое. А это у меня 3D-пол просто. Вы же говорили, что вы котиков любите. Почему тут всякие разные животные? Какие животные, начальник? Вы с ума сошли? Я говорю, это 3D-пол, это просто визуализация того, что у меня на компе происходит. Понимаете? Это не все не настоящее, это телевизор. Ну, то есть у вас на компьютере только вы животных, да, смотрите? Да, я же люблю животных. И читаете книги про сексуальных животных, да? И вот так вот снизу на них наблюдаете, да? То есть вот я вот вижу тут пипун, там вот сидит, вот. То есть вы вот так вот развлекаетесь, да? Нет, просто животных люблю, все. С детства люблю. Вы именно животных вид снизу любите, правильно я понял? Да, просто так получилось. Ну как, ты вначале хочешь, чтобы они на голове ходили или что? Так получилось. А, то есть все-таки это реальные животные, это не 3D-модель, да? Это да, компьютер. Начальник, много вопросов, начальник. Всё, так, мне кажется, все-таки я вас понял. Не-не-не-не-не-не. Так, все понятно. Ничего не спалил. Вы пойдете в отделение, в отделение, да? Какое отделение, начальник? Давайте вот тут. Ну ладно, хорошо, так что. Ну, что, машина, да? А где документы на машину? Документы на машину где? Начальник, там же, где и ключ к подвалу. Ну, я голый, не посмотри, голый, нет у меня документов. Документы на машину срочно нужны, или я у вас ее кую и, собственно, весь дом, да, все состояние. Да почему надо, почему? Ну машину ладно. Я тогда сам найду документы на машину. Ага! Вытащите меня отсюда, помогите! Что происходит? Начальник, ты куда? В смысле, куда попал? Помогите, куда я про... Это у вас ловушки. Какие ловушки? Это случайно. Да понятно, ловушки для полицейских. Не-не-не-не, почему полицейские? Там просто подвал был, и вот... А, так, вот так вот, да? То есть вы подготовились. Хорошо. Начальник, ничего там нет. Вытаскивайте меня отсюда. Если вы меня отсюда не вытащите, то я буду вынужден позвонить, наряд вызвать. Наряд, не надо наряд. Сейчас все будет, начальник. Выбирайтесь. Это так, случайно. Не могу выбраться, не могу. Почему? Не могу. В смысле? Не могу, не запрыгивай. Ага, ну хорошо. Вот, начальник, выбирайтесь. Ладно, так, чтобы идти сам. Выбирайтесь, так, начальник. Ладно, не хотите искать документы на машину, я сам их поищу. В смысле? Так, хорошо. Вот, нашел, Список жертв. Список жертв. Каких жертв, да? Значит, жертв. Начальник, вытащите. Значит, мы тут список каких? Вот, начальник, держите документы на машину, держите. Ну, конечно, жертв. Документы да. На машину меня уже не интересует. Что это такое? Что за список жертв? Каких жертв? Список жертв. Я что-то сейчас не понял. Начальник, ну я ж Николай Соболев, да? Вот я разоблачение пилю, знаешь, и записываю. Вот. На кого мне нужно еще разоблачение запилить? На канал. Начальник, вы меня запутали, я даже заговариваться уже начал. Ладно, хорошо. Собственно, ладно, пойдемте дальше. Посмотрим, что у вас тут еще есть. Хорошо. Так, ага, это у вас тут кладбище, как я понимаю. Кладбище прямо возле дома.
дома, да? Да, да, это мои кошечки, которые умерли. Так, хорошо. Пипунчик порвал задницу, что это значит? Ну, пипунчика запор просто... Вы над котами, да, издеваетесь? Он сам порвал, у него месячный запор был, и он просто лопнул, как шарик воздушный, понимаешь, начальник? Это очень-очень странно, ну ладно, хорошо. Любил только жестокие игрульки, что это значит? Жестокие игрульки любил. Ну, просто необычный кот Васька был. Не любил, когда ему там пузо гладят, а любил, когда, не знаю, там... Ну, любил, когда его там ногами бьют. Просто любил. А я его не бил, не-не-не. Да, вы его взяли и убили, правда? Его Барсик ногами бил, лапками пинал. Я такие потом, не надо, Барсик, Васька, успокойся. А это вообще нормально, да, что у вас животные живут по два, по одному году, да? Это нормально. Ну, они же не дружили просто вместе, понимаешь? Я завел Барсика и Ваську. Они не подружились, вот поубивали друг друга. И все, начальник. Все чисто, начальник. Ладно, я к этому еще вернусь. Пойдем чуть дальше. Вот коты у вас гуляют, как видимо. Да. Не, не просто. Да, по... вот, нет. Да. Начальник. Ладно. А где вы еще снимаете видео? Я еще опять не могу. То есть у вас в доме ничего нету связанного с видео? В смысле ничего нету? Я везде вот на кухне бывает снимаю, вот в гараже бывает снимаю. То есть, так, ладно, я пройду, пожалуй, на второй этаж, просто давайте, посмотрю, что у вас там. Давайте. Так, ну проходите первый, ваш дом. Хорошо, так, хорошо. Так, что это все такое? Вот начальник, вот говорю, нет у меня ключа, вот ключ от подвала, держите, если хотите. А, то есть вы мне отдаете ключ, хорошо? Да, вы хорошо. Хотели проверить, просто так. Там ничего нету. Это что за комната? Ну, с котами, как бы, я уже объяснял, я котолюб, начальник, котолюб. А, ну ладно, хорошо, допустим, нет. Это так. Пройдем следующий, ого, так. Вот, где я видосы снимаю, вот тут. Так вы же говорили, что вы снимаете на кухне видео. Я сказал по всему дому. Бывает на кухне, бывает вот тут, бывает на улице вообще. Николай, что-то. Что-то здесь не чисто, ладно. Бывает вообще так, вот тут. Это у вас тут диски, да, вы видите, да, диски, играете, да? Да, диски, хромакеи, вот. Так, понятно, попки животных, жесткие... Кого? Ничего там такого нету! А вот посмотрите. Попки животных, жесткие киски, пипунчики собак. Так вот, значит, чем вы увлекаетесь? Все, мы вас полили. Не, начальник, вы меня раскусили, но это не то, что вы подумали. Начальник, ну признать, жесткие киски. Как будто вы ночью видосики такие не смотрите про жесткие киски. А что такое? А ладно, попки животных, хорошо, что это значит? Попки, ну, бывает же... Женщины прям. Ва, горячий, как прям животное! Пипунчики собак, ну-ка. Пипунчики собак, ну это уже слишком там начальник. Вам такое лучше вообще не смотреть. Там прям ух, какое. Это еще и извращение, все ясно. Не, начальник, ладно, я не то подумал. Пойдемте в подвал тогда, хорошо. Все видел блогеры извращенцы, поэтому начальник это такое. А, да, ну ладно, хорошо, да. Я понял. Да. Ну это, конечно, только не Жека. Вот я знаю такого Жека, вот он не извращенец. Со самым капитан извращенцев. Давай. Не, по-моему, вот он как раз не извращенец. Ну ладно, открывай. А, я открываю, да? Ну хорошо. Начальник, ну, заходим, вы что со склерозом. Так. Ага! Подвешенные же. Все понятно. Все мне если происходит. Начальник, это постанова для... Я пошел звонить. Начальник, это для нового видоса, постанова, начальник. Так, вызывайте наряд, пожалуйста, на улицу Путина, дом Колотушкина. Мы спалили этого подозреваемого, он у нас зоофил. До свидания, спасибо. Не. В общем, я даю оценку такую, как бы. Ты спалился. Не спалился я, Жека, не спалился. Ты спалился. Нет. В общем, тебя шериф Шадоу Пристав спалил. Чем я спалился? Объясни, чем я спалился? Ну, во-первых. Ну. У тебя подвешенные животные. Ты не объяснил, почему они там подвешены. Я сказал для нового видоса, Жека, для нового видоса. Все книжки про сексуальных животных. Кошки умирают от пипунчиков каких-то. Ну, в общем, все ясно. Ну, я смог объяснить же все, Жека, что ты докапываешься? Ну, хорошо. Ребят, если вы согласны с тем, что он как бы не виноват, то пишите в комментариях. Нет, давай сделаем так, Жека, чтобы подписчики решили. Кто поверил, кто не поверил. Ребята, пишите в комментарии, поверили ли вы мне или нет. Вот вы и решаете, правда это или нет. Ну да? хорошо, ладно, все, пройдем. Пройдемте на ваш ролик. Ой, пошли, Жек. Давай. Детектив. Я готов, да я готов. Ну что, Жека, ты готов? Начинаем? Ну да. Так, Жека, в этой серии ты будешь играть роль, ну, почти бомжа. То есть ты... Зашибись, я бомж, отлично. Я, то есть, мы ведем блогеров, правда, я бомж.
Убирать нормально. Не, ну смотри, ты еще не бомжик, а ты еще не бомж. Ты, короче, тот человек, которого вот прям сейчас выселят, и ты будешь бомжевать на улице. То есть ты потерял работу, и вот это все. Сейчас дом отберут, и все. Готов же? Так, что? Я готов. Чё ты готов? Открывайте дверь! Полиция пришла! Так, открывай, здравствуйте! О, Евгений Петрович, здрасте! Здорово! Аккуратнее. Короче, мы всем участкам скинулись, мы знаем, что ты бомжуешь, скоро вообще выселят. Ничего нету, денег нету, хавчика дома нету. Жена ушла, дети отказались от такого папаши. Поэтому вот, скинули всем участкам. Забирай, хавай на здоровье, я пошел. Евгений Петрович. Спасибо, дядя Шарик, спасибо. Ой, до свидания. Уходите, до свидания. Не приходите, пожалуйста, мне тут... Иди сюда, Евгений Петрович, иди сюда. Mm-hmm. Кто это такие? Кто это, охранники какие-то? Это твои? Короче, ё-моё. Это я не знаю, три мужика каких-то, я их не знаю, я никого. А чья охрана это? Че она возле твоего дома тусует? Да не знаю, моя сынка охрана, а Феррари охраняют, наверное. А Феррари че? А ну подойди сюда, Феррари твое? Нет, Феррари тоже не мое, че ты Феррари охраняешь? А че, у тебя бомжотский дом, Жека? Че вообще тут Феррари охранник? Я что-то не понимаю. Ну вот, приехал какой-то миллиардер, поставил сюда Феррари. Я не знаю, все, я не виноват. Я понял, то есть тебя выселяют, да, миллиардер вот уже покупает этот дом, поэтому заселяется, типа, да? Да нет, просто миллиардер проезжал мимо, такой поставил здесь Феррари, ну и все, его теперь охраняют. Хорошо, допустим. Что-то странное. Ладно, я проверю, ты не против, что у тебя тут дома творится? Ну да, хорошо, проверяй. Так, пианино дома, да? Да, пианино. Откуда почти у бомжа пианино дома? А ну стой, хренову тучу. Моя бабуся мне оставила, вот я сейчас собираюсь продать, чтобы вот домик может вернуть там. А, свой. Бабуся? Наследство, да, типа, да? Наследство от бабуси. Да, бабуся у меня такая там пианистка играла, ё-моё, царство небесное. Офигеть, ну, вот. Ну ладно. О, это что такое? Это же вот это, та самая, Микеланджело, который нарисовал. Да это подделка просто, Конечно, подделка. Я сам от руки рисовал, видишь, что все в квадрате, как я. Смотри, иди сюда. И вот это Мона Лиза, да? Вот, и она подделка, да? Какая это Мона Лиза? Тут чувак на шарике танцует. Мона Лиза. Вы не оправдываетесь, это Мона Лиза. Откуда? А? Это подделка. Все подделка, ну ладно. Ну, я говорю, сам от руки рисую картину, какой художник, да? А что ты бомжуешь тогда? Зарабатывал бы на этом дебила кусок. Ладно, да пошли. Никого, пошли. Бедные, вот. Так. Подставили мне просто, подставили. А это что такое? Это же самые редкие ресурсы там всяких с Амазонки привезли. Да это обычная розочка. В смысле, я видел такую в интернете. С Тайвана там за пару тысяч баксов. Баксов! Понимаешь, откуда у тебя такое? Да это самый обычный цветок, я тебе говорю, я пошёл... Вот этот цветок из верхушки Эвереста! Откуда он у тебя? Я говорю, пошел в огород, к Васильичу. Говорю, дай цветочков бабушке подкинуть, вот он мне дал цветочков. Почему у него на огороде растет цветок, который на верхушке Эвереста растет? Да это уже вопросы не ко мне, Надо к Василию, да, надо будет зайти, надо. Да, к Василию нужно обязательно зайти. Это что, у тебя бассейн там снизу или что? Да не, просто прорвало. А, трубу прорвало, ладно. Да, трубу прорвало. Старинные часы, слушай, старинные. Да, тоже от бабушки. А, тоже от бабушки, да. Богата у тебя бабушка была, слушай. Да, бабушка у меня вообще, говорю, такая сумасшедшая была. Ты что, сумасшедшая? Бабуля тебя выручает сейчас, а ты говоришь на него сумасшедшая? Ты ж бомж сейчас. Вот почему ты бомжишь, дебила кусок. Так, это что такое? Это бабушкины вещи, слушай. Это что такое? Ковр! Персидский ковр за 15 тысяч баксов! Откуда нахрен? С персидских котов! Откуда такие продания в коврах? Это самый обычный красный ковр. Купил на рынке. Какой рынок? На барахолке купил. Мне продали на барахолке за 100 рублей. Коврик. Я разбираюсь в коврах. Это с персидских котов коврик. О, нифига, значит. Видалка мне фартануло, сказали, что какой-то просто обычный коврик за 100 рублей, а я российский. А это чё? Я говорю, бабушкины вещи. Какие шар в Дольче Габбана, Луис Виттон, трусиля! Я говорю, бабушку я сумасшедшая была, ей было 90 лет, а она всё в Дольче Габбана ходила. Трусиля от Кельвин Клая, мужские! Я говорю, она сумасшедшая, мужские!
Зачем? Джека, что ты все на бабушку сваливаешь? Бабушка вообще ни при чем. Колись. Я тебе говорю, с самого начала сказал, она сумасшедшая, просто от поехавшая на всю голову была. Все беды из-за бабушки, да? Да, бабушка вообще сумасшедшая. Шторы вроде тоже такие, помню, на eBay видел, там баксов 400 вроде одна стоит. Да не, тоже на барахолке за 100 рублей. Ну, это, по-моему, шторы, по-моему, даже за 80 были. Ну ладно. Так, хорошо. Это что такое? Шест? Это твоя личная стриптизерша? Не, это бабушкина стриптизерша. Я говорю, бабушка, я бы вас украсть. Забудь про бабушку уже вообще. Бабушка тут не... Не, я тебе говорю, просто нет. Бабушка была в край сумасшедшая, она не, была... Нет, колитесь, бабушка тут ни при чём. Ладно, так уж и быть, я расскажу правду. Ну. Я расскажу твоя правду. Твоя стриптизерша, говоришь бомж, нет, а тут стриптизерша нет, твоя моя личная. Моя стриптизерша, это моя мама. В смысле мама, ты сам дома живешь, тебя же выселяют, мама тут при чём? Мама пришла помочь мне, она мне... Понимаешь, она меня так морально поддерживает. А вот. Чё она спит на полу? Ну, она просто, она переживает за меня вчера немножко... А, стресс, да, депрессия. Она перепила, да. Лежит. Так, хорошо, допустим. А зачем тут шест для стриптиза? Я знаю, это шест, не надо отмазываться, это точно шест. Я вообще не знаю, я в стриптиз-клубы ни разу не ходил, мама что-то пришла, начала бегать вокруг этого шеста, я думаю, что... Хорошо, допустим, она бегает, но дом-то твой, ты же его тут поставил. Нет, мама принесла и поставила. Не верю, нет, ты тут сам, мама просто в гости пришла, ты тут сам живешь. Да ничего подобного. В смысле, у меня от тебя все документы есть, я знаю, что ты сам живешь, Жека. Так, да, я сам живу, но мама просто пришла и поставила шест. Вот в чем проблема? Я сам не знаю зачем. Твоей мамке 60 лет. Какой шест? Твоя мамка... Моей мамке не 60. Танцевать не умеет даже. Да и моей маме 60, но она выглядит на все 20. Выглядит, да, согласен, но если у нее депрессия, она даже встать не может, как она танцевать. Да какая депрессия, она просто напившись. О, еще расскажешь что-то про бабушку, про мамку, я тебя застрелю нахрен. Так, дальше пошли. Подозреваемый. Опа-на! Только давай не буду говорить то, что... То есть ты только с девочками развлекаешься. У тебя еще тут и мальчики тебя интересуют, да? А это мама привела тоже. Мама привела с собой какого-то неандертальца. Вот видишь, он тоже сидит, пьет. Тихо, ну заткнись! Заткнись. Че? Охренеть, что он мне говорит? Да, он мне на ушко шепнул. Я что-то ему сказал. Это вот что вы тут планировали ночью. Вот что. Фрукты, вино и секс на ковре всю ночь. Это он мне сказал. Это он мне протянул. Да. Он мне просто... Я говорю, меня все подставляют вокруг. Просто я самый невиновный человек на свете. Да, поэтому тебя из дома выселяют, да, и ты бомжом скоро будешь, да? Видимо, это все мама придумала. Она специально привезла этого неандертальца, и он мне теперь сдал. А почему он сказал, что секс с тобой будет, а не с мамой? А он, говорю, поставить меня хочет. Я мама заплатила, наверное, или что-то. Да. Ну дом-то твой, не мамы, да? Ну дом мой, да. Дом мой, не мама. Мама тут ни при чем. Мама не могла, я просто уверен. Я знаю то, что мама к тебе домой пришла час назад. Ты меня уже 10 раз обманул. А чего ты... Потому что я слежу за твоим домом уже неделю. Плохо вы следите, мистер Голый Шериф. Не. Так, что там? Плохо вы следите. Ох, ты же ёханый бабай. Что это так? Побег! Спускайте собак, это побег! Какой побег? Никакого побега! Подозреваем Гемодий 1, выходите! Я невиновен! Презумпция невиновен! Подозреваемый, пройдите сюда, пожалуйста. Ну хорошо, прохожу, да. Ну. Золото. Золотые яблоки. Не мое. Кейсы с бобом. Закинули. Не. Да это просто яблочки, видишь? Не, золотые. А, да, и вот статуэтки золотые, золото, сейфы с бобом. Это шоколадки вот такие. Да, конечно. Не подозреваемый. Вы как-то не очень хороши. Не умеете вы врать, подозреваемый. Все закинули. Ладно, я пошел. Мы еще с тобой поговорим. Сидите дома. Хорошо. Проваливай отсюда. Конечно, мы будем проваливать.
прием. Готовы? Да. Давайте вот так, он виновен! Нападайте на него, Руки за голову! Улетаю! На колени, руки за голову! Выходите с вертолета! Да, какой руки за голову? Выходите с вертолета! Он летает! Он не взлетает! Выходите, забирайте свой вертолет, как его сломать! Подозреваемый! На колени! Подозреваемый! На колени! Забирай вертолетик у меня! Подозреваемый, на колени, быстро! Феррари не заводится! Подозреваемый, вы выйдите из машины, на колени быстро! Не заводится! Я вынужден вас буду убить! Подозреваемый! Все хорошо, все. На колени! Все. Руки за голову! Никак не умею я такого делать! Хорошо. Ну, подозреваемый, я вам скажу, вы очень плохо справились. Очень плохо. Все беды из-за бабушки, из-за мамы, из-за ее хахаля. Поэтому... Подавись, тупой полицейский, пошел в... Да. Ребята, как мы будем делать? Так же, напишите в комментариях, виновен Жека или нет. Я просто уверен на 100%. Я считаю, что я не виновен. Все закинули, ничего не знаю. Во всем виновата бабушка, хахаль, мама. Бабушка реально... Его дома там просто миллиард. Его выселяют, у него там миллиард дома. Поэтому, ребята, решайте, кто виноват, кто не виноват. А мы с Жекой, наверное, уже будем заканчивать. Я просто скромный. Говорю всем, что меня выселяют, на самом деле у меня золото включено. Да. Я просто переезжаю. Да, конечно. Скин у меня прикольный, не понимаю, почему он не поменялся. Ладно, ребята, знаете, что мы сделаем? Ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на этот видос и пишите в комментарии, хотите ли вы новую серию. Если вам понравилась вот данная рубрика, напишите, и мы с Жекой будем продолжать ее снимать. Да, и напишите, что в комментариях, что я просто гениальный актер. Да. Бабушка у меня реально сумасшедшая, Вот, знаете, настоящий преступник. Все, до свидания. Всем пока. Конечно. Пока, ребята.